Both teams, each team has 1 point in the standings. Исалиев, номер 10. Сборная команда Казахстана. Сергеев. Рауан Исалиев, номер 10. Казахстан. Сергей Фиалко, номер 14. 14. Капитан команды Константин Савченко, номер 13. И Чернецкий. The head coach is Сергей Чернецкий. Представляем судейскую бригаду. Here is the referee team. Главный судья матча Петри Кусала, Финляндия. The head referee is Петри Кусала, Finland. Помощники главного арбитра Дмитрий Масляев, Россия, Никита Юклеевских, Россия. Assistant referees are Дмитрий...
Константин Попеляев, Казахстан Team. Пятой минуте встречи с передачи Руслана Галиутдинова номер 9. Мяч забил Сергей Почкунов номер 17. Сборная команда Казахстана. На 14-й минуте встречи мяч забил Сергей Почкунов, номер 17. Сборная команда Казахстана. Ассистент Андрей. На 32-й минуте встречи с передачи Сергея Почкунова, номер 17, мяч забил Рауан Исалиев, номер 10, сборная команда Казахстана. На 35-й минуте встречи с передачи Искандера Нугманова номер 15 мяч забил Денис Лаутин номер 12. Сборная команда Казахстана.
Minute 35 of the game. На 44-й минуте встречи мяч забил Леонид Бедарев, номер 18, сборная команда Казахстана. Minute 44 of the game. The goal was scored by number 18, Kazakhstan team. На 45-й минуте встречи с передачи Руслана Галяутдинова, номер 9, мяч забил Сергей. На 73-й минуте встречи с передачи Леонида Бедарева, номер 18, мяч забил Руслан Галяутдинов, номер 9, сборная команда Казахстана. На 80.
на 82-й минуте встречи. С передачи Искандера Нугманова, номер 15, мяч забил Павел Дубовик, номер 21. Сборная команда Казахстана. Minute 82 of the game. The goal was scored by Pavel Dubovik, number 21, assisted by Iskander Nugmanov, number... Уважаемые болельщики, начиная с матчей плей-офф, оргкомитет 35-го чемпионата мира учредил призы лучшим игрокам матча. Вилли Алтонен is penalized for tripping Finland team. Последняя минута матча.
the last minute of the game. Матч окончен со счетом 8-6. Победу одержала сборная команда Казахстана. The game ended with a score 8-6 for Kazakhstan team. Таким образом, сборная команда Казахстана становится бронзовым призером 35-го чемпионата мира по хоккею с мячом. The team of Kazakhstan.